с вами Рослав, и сегодня я покажу изменения, которые я сделал во время ремонта в деревне. Да-да, вы могли заметить, что раньше наша деревня была какая-то не такая, не было вот эти вот цветочки. Двери были такие обычные, ничего не было интересного, тропинки были обычные, повсюду стояли ямы, вот тут вот не было таких заборчиков. Но теперь у нас все уютно, и я вам покажу вазу, которую я сделала. Да-да, вы уже, наверное, заметили вон то вот дерево, и там есть лесенка. Ну, конечно, эта база у меня будет временной, так как я туда излишеств не добавлял, совсем добавлял. Это просто такая дырка в дереве. Ну, я знаю, вас, конечно, не очень тоже пора, но вторая база очень классная. Тут просто такой временной штаб, переночевать, если что-то случится. И плюс это рядом с деревней, как-то никакой секретности. Так что я знаю, эта база какая-то не очень классная. И если делать какие-то заметные изменения, то вообще будет не очень красиво в моей деревне. Но я решил построить вторую базу, уже основную, в лесу. Это намного лучше будет. В лесу, конечно же, мало народу увидит меня, мало народу будет знать о том, что у меня есть база. Но только вы будете знать, потому что смотрите сейчас это видео. Так, давайте идем. Вот здесь у нас тоже решили проложить тропинки из гравия, да. Вон песок, вода, вон холм, холм, да, вон на этот холм забраться. Взбираемся, значит, угу. Еще хочу вам показать смотровую площадку. Я ее сделал совершенно случайно. Вот видите, тут лежит обычное бревно. Далее мы можем брать это бревно, забраться на дерево, потом с дерева на дерево и так на самый-самый верх. И вот посмотрите, вы забрались. А вон из того дерева исходит дым. Наверное, вы догадались, что дым в Майнкрафте исходит только из костра. Так, давайте волка покормим. Так, вот, кушай, волк номер один, волк номер два, кушай. А мы идем к моей базе, к моей чудесной, милой базе, которая просто супер усовершенствованная. Заходим мы, та-дам, тут есть костер, о, еда пожарилась, музыкальный блок. Кстати, ребят, вот это вот все я делал в режиме выживания, но вот эти вот ресурсы я тоже добыл. Вот давайте поиграем, ла-ла-ла-ла. Вот верстак можем что-то скрафтить. Вот кровать даже есть. Далее поднимаемся на второй этаж. Тут есть мишени. Давайте возьмем мы. Пу! И пу! Вот такая вот база на дереве. Двухэтажная с мишенями. Ах да, тут что, у меня есть больница. И кровать, вот больница. Там кто-то идет так. Ой, коробка, давайте-ка. Ушла, ладно. Вот только нацелился в коробку, коробка ушла в курицу, курица ушла. Ну ничего, зато у меня просто самая лучшая секретная база. Знаете, ребят, раньше там у меня все было из дерева, все не очень красиво, из деревянных досок. А потом, как я вновь перешел в режим креатива, я уже там все деревянные доски поменял на траву, замаскировал все это дело, верстак замаскировал, дым теперь менее заметен. И все в нашей деревне хорошо. Спасибо за внимание. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под роликом. Сегодня будет видно мои секреты.